исторический момент, друзья. Альберт Окотепто прибежал, можно сказать, в Ноябрьск. Это вот стелла. Их здесь несколько рядом с городом. Это вот самая первая стелла. Написано Ноябрьск, 1975. Мы находимся на месте последнего привала Альберта Окотепто. Сейчас сюда пришли ребята, ноябряне, также спортсмены. Они вот с этого вот места стартуют и побегут уже непосредственно к Ноябрьск-парку. Будет столько людей, поэтому у меня эмоции начинают нахлынывать. Плюс беговое сообщество Ноябрьска меня поддержало, и мы сейчас очень быстро бежали по меркам бегового комьюнити. Мы, если кто разбирается в цифрах, мы бежали даже 4:55, такой темп смогли развить. Для бегунов это очень значимое событие, наверное, первое вообще в истории Ямала, когда человек за 19 дней пробежал такой большой километраж, такую большую дистанцию. Просто космическая дистанция для бегунов. Мы очень впечатлены.